Держитесь правее. Затем поверните направо. Поверните направо. I'm not afraid of the dark.
Поверните налево. Thank you.
будьте внимательнее на дороге. Thank you.
Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Держитесь левее, затем поверните налево. Привет, привет. Салам алейкум. Привет. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Расчет нового изменения маршрута. Thank you.
Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Поверните направо. Поверните направо.
Держитесь левее. Thank you.
things we've been through. So I'll do all I can. I'll try to understand. Cause I wanna love strangers like neighbors. I wanna be unafraid. So when the tears roll like waterfalls, you can call my name. And when the weight of the world's on your shoulders, I will hold you. I will hold you. And when the nights only seem to get colder, I will hold you. I will hold you. So let me hold you. Feeling, so I'll give all of me if that is what you need. And when the weight of the world's on your shoulders, I will hold you. I will hold you. And when the nights only seem to get colder, I will hold you. I will hold you. So let me hold you. Let me hold you.
хорошей работы. Поверни.
supposed to be in a mountain summer with you. I am free. Today our hearts won first prize, 'cause we're wise with the feeling. We'll be right back.
Маскер, блядь, ты где там? А? Один. Один вся в топе. Маскер, блядь, где, блядь, тебя еле слышно, где ты, какой, блядь, в глушь там залез-то, блядь, олень ты, блядь. Какую глушь, я на борт заебал. Ну и вот и хуёво тебя слышно, блядь. Ой, как будто тебя хорошо слышно. Да, меня, блядь, всегда идеально слышно. Ой, не пизди. Его всегда идеально слышно. Да, бля. Бля, ты, конечно, не поспоришь. На хули, блядь, я сам-то себя знаю, бля. Слышишь, Кас? Ну? А что я хотел спросить, блядь? Ты, я хуй знаю, бля. Как дела? Нормально. А где, блядь, нормально? А у тебя что, выходные или что, ебать? Да не, завтра на работу. А ты что, работаешь в дневные смены, я так понял уже? Да. Заебись. А со скольки до скольки ты ебашишь? Ну, с 6 до 2. Иногда бывает подольше. С 6 утра и до 2 часов дня? Ну да. Блядь, а можно мне такой график? Захотел он, блядь, халяву. Тоже хочу. Не, блядь, ну смотри. Блядь, кого-то. Это как его? Я не знаю. С 8 и до 5 утра работаю. Если на базе. Ну, тебе значит хуёво, бля. А? Че значит хуёво, бля? Че? Ты сейчас до утра будешь копать там, нет, бля, или что там ты делаешь? Да, сейчас закончу это поле, а пойду края, поеду в другое село, а на другое поле. Ну, о, бля, работа есть у тебя, значит. Работай, конь. Блять, у меня работа, я сразу развернусь, на линию встану, нажму кнопочку, нажму еще две кнопочки, джойстик вперед на вазу, и все, и он поехал, а я себе с тобой бить. Халява, бля. Знаешь, халява не халява, а на смену сегодня приехал, а нас меняет механик. Хорошо, что механик глаза стоит. Ребята, это у вас подшипничку пизда. Мы такие, заебись, давай менять. Ну, блядь, сколько? За 57 минут и поменяли его. Нихуя себе, бля. А хули. Пока механик ездил за подшипником, так он приехал вообще укомплектованный. Два подшипника, два лома, блядь, генератор, болгарка. Все как надо, мы, блядь, его сняли, по-быстрому хуякс поменяли, все. Они уехали, я уехал. Как, прямо как F1, блядь, пит-стоп, да? Да, если было как в F1, пит-стоп, блядь. Это что так, знаешь, говорится, без ебли. Спать раз меняли, в 6 часов начали, в 12 ночи так и закончили. Нихуя себе, бля. А? Да пизда, блядь. А спивать не спивается, мне еще Валерой пару кебрать уебал нахуй. Ой, батя, ушел куда-то, говорит, а куда он пошел? Ща придет. Думаю, можно покурить. Ну, мы стоим, курим, батя заходит, такой довольный, говорю, о! Говорю, Валерчик пришел. Валера, ну, блядь. Не, ебаш, я держу наставку. Ебаш, промазал.
15 по руке. Как уебет, блядь! Ёб твою матерь, пизда! Шоков, пиздец, или нет, пока фатильно взял. Ну и такое бывает, бля. Ой, блядь, а у меня еще такое поле, блядь. Немножко тут дурацкое. Бывает, бля. А? Я говорю, бывает. А не, оно как-то вроде, ну, потрясёт немного, то хуйня. Вот просто в том году пахари охуенные были, они пахали, блядь, не так как надо, блядь, и мы теперь ебёмся, пытаемся его выровнять, блядь. А, ну тогда да, бля. Вот, просто закончу я его, этот край под лесом идти, а тот край немножко под лесом, а дальше по над кладбищем ебашить. Нихуя себе, бля. А у меня ещё такая фара, блядь, нахуй. Люстра стоит, блядь, на крыше. Она светит, что пиздец, блядь. А что там, тебя приняли обратно в компанию? Ну, я заяву кинул. Ну, не знаю. Мне показалось, что там, типа, вот эта галочка, типа, что ты принят. Ну, слушай, принял. Я ж утром пришел и как назвал, включил комп, зашел на ВТК панель, короче, кинул заяву. Да ну, вот это, блядь, иди в другие компании, вы этот, блядь, в курьере, он, видишь, ебота такая, блядь. В других компаниях, блядь, может быть еще похуже, блядь. Ну они накручивают показатель там, блядь, всю хуйню. Хаспер, блядь, вспомни, он мы вначале, блядь, нахуй. Пока сделали компанию, 2 дня мы уже в десятке были. Не, ну сейчас тоже мы... Вот наша компания на 47-й месте, блядь. Сколько тут, блядь, я катаю, ну и Форалекс там иногда заходит. Ну и Хлебопечкин там, не знаю, месяц, наверное, ну, 3 раза заходит, как бы, покатается с нами, и все, как бы. Я думаю, для одного человека, блядь, на 47-е место, я думаю, ну, в принципе, как так, блядь, это заебись, нахуй. Не, я говорю, я только, ну, нормально уже шокатать с вами смогу, это зимой, а уже, что сезон закончится мой. Не, ну это понятное дело. Потом, как я вчера говорил, блядь, ну, да пизди, ну, как бы, блядь, я там не собираюсь, там, десятку или, блядь, там, ну, попасть или как-то так. Да просто, блядь, ну, общаемся, кто вот, кто заходит в лобби, я вот сижу, стримлю, допустим, зашел я в лобби, как бы, ну, есть кто-то дома, нету, блядь, ну и хуй, кто-то заходит, не заходит. Ну да. Тут-то ты можешь ругаться, то вообще до пизды, и свои-то поймут, блядь, а в других компаниях там, ну, не понимают такое, понимаешь, бля. Ну вот, как, допустим, у пантерок там, ну, там такие взрослые люди, что, ну, там реально они не матерятся, они, ну, как бы, блядь, как тебе объяснить, они говорят, ну, по теме, короче, ну, вот, ну, вот, я сколько раз с ними катаюсь, как бы, я как бы пытаюсь, ну, молчать, блядь, ну. Короче, если бы там, если бы они услышали, как мы со Святиком общаемся, то они бы охуели. Не, ну вообще, как наша компания говорит, они бы точно охуели, блядь. Они бы это, как там говорится, весь русский мат. Да, словесный, да, бы, блядь, его знали, на как отче наш. Во-во-во. Они еще такие фразочки знали, которых вообще никто не знает. Ну вот, потому говорю, как бы, ну, если я катаюсь с пантерами, то тогда есть такие, ну, фразочки, допустим, ну, могу что-то сказать обратно. Ну, блядь, это редко, как бы. И тоже, допустим, Габадидзе тоже большинство молчит, ну, молчит, как бы, блядь, тоже, блядь, сидит молча, допустим. Хуйня, мы, блядь, что-то посевная была, мы с напарником это магаду сеяли, понял? А у нас, блядь, днём агроном катается, а ночью вертухай в кабине катается, ну, сторож, блядь, если машины нету.
Ответил становится. Ну так вот, один со мной катается, блядь. Заебал меня в дропота. Думаю, блядь, нахуй же тебе сейчас скажи мне нахуй, блядь. Может так, ну, заебет, блядь. Я, блядь, езжу нахуй. Он сидит сбоку, я в интернете, блядь, включил музыку, слушаю, блядь, в телеграме. А сам шел, блядь, на этом. На каком, блядь? Или на немецком, или на сербском, короче. Нашел слово, иди нахуй. Пока тот, блядь, где-то там сидел, нахуй, дремал, я, блядь, то слово выучил, блядь. Ну и сижу такой, он меня заёбывает, я, блядь, на сербском что-то скажу, блядь, он такой, а что это, говорю, и чё, говорю, скинь спиня, сам, блядь, я думаю, нахуй, блядь. Охуй, блядь, пару сабичек таких выучить, блядь. На нерусском спиде, блядь, никто не поймёт, а сам такой, блядь, хорошо, я тебя послал, блядь. А ты кем работаешь? Я паковщиком. О, смотри, ты паковщик, я тракторист. Давай вот, смотри, паковщику или трактористу философию надо знать, блядь? В принципе, нет. Вот, теперь в чем прикол. Я, короче, что за это коронавируса у нас дистанционка, понял? Технаре. Чё, и там, блядь, это группу срочек, блядь, сообщения там, блядь, философию препод там. Всё, пиздец, а у крыша едет, блядь, со своей философией, все должны делать. Да, короче, такой, блядь, нахуй с вами. Прям в группу с куратором, блядь, ночью вчера снимаю видос, как у меня срывается болт. Снимаю видос, как смотрю, говорю, вот это, говорю, болт, вот это, говорю, рыхлитель, это, говорю, стойка. Ребята, говорю, давайте философствовать, говорю, как мне правильно, говорю, закрутить болт, говорю, рожком или головкой, блядь, или ну его нахуй, говорю. Говорю, давайте философствовать, говорю, потом что-то, блядь, говорю, нахуй, говорю, мне философия ваша, блядь, когда, говорю, я, блядь, надо другие предметы, говорю, знать, блядь, что практика была, блядь, не монтировать, что философия. На утро куратор звонит, говорит, ты там что, это? Ты не подохуел ли часом? Говорю, это вы, говорю, подохуели, блядь, со своей философией. Блядь, ну вот, не, ну серьезно, вот нахуй механику, блядь, философия. Хер знает, блядь. Я одного понять не могу, блядь. Я, блядь, ну, там, позвонишь надо. Говорю, блядь, говорю, вам что, говорю, философия, блядь, расскажет, говорю, как нахуй, говорю, колесо паркировать, или как, говорю, то-то-то разбирать, блядь. Да, говорю, пиздец, блядь. Говорю, хуйня какая-то. Вот тебе, блядь, надо, чтобы ты, блядь, вот ты паковщик, вот тебе, ты, блядь, приходишь, вот приди завтра на работу, скажи, блядь, ребята, давайте пофилософствуем, а как мне правильно запаковывать, слева направо, или справа налево, или сверху снизу, блядь? Не, ну у меня тоже, когда вот устроился работать, мне тоже там показали, типа, вот так надо, типа, ну, как мне показали, ну, англичан показывал. Я его не брал в голову, потому что я знаю способ, как это можно быстрее как бы сделать, понимаешь, блядь? Я делаю по-своему, как бы. И потом на меня, короче, орёт, блядь. Типа, блядь, ты быстро всё делаешь, как бы, блядь. Спокойно, типа, ну, блядь, ну, помедленнее делай, блядь. Вот и как-то этот день, как, ну, как бы, блядь, неделя прошла, нахуй, я вот делаю спокойно, блядь, и всё. Не знаю. Я, блядь, наоборот, чем быстрее сделал, блядь, тем свободнее, блядь, все заебись. Не, ну, у нас там тоже, ну, не, ну, как бы, я не могу просто, ну, я делаю свою работу, как бы, ну, не имеет значения, быстро или, ну, или медленно. Главное, что я свою работу делаю, как бы, и все, ну. Видеть, типа, что я там ковыряюсь, как бы, блядь, и все, блядь. Понятно. А то, блядь, с этой философией, блядь, набили меня вчера ночью. Я, блядь, иди в твою мать, я говорю, да, говорю, как-то, говорю, это. Это мне, говорю, моя книга, когда у вас, говорю, пара будет по философии, я говорю, видеоурок, говорю, я залечу, нахуй, говорю. Так, говорю, хорошо, что у вас, говорю, пара, говорю, ночи нет. Так, говорю, я ночью бы залетел бы, блядь. Как раз, говорю, с тем, говорю, преподом, говорю, по философству, либо как... Говорю, слева направо или справа,
думают, что это пиздец, блядь. Вот заказки. Буду я дальше работать. Надо еще маман набрать. Да, давай я тоже пойду перекурю. Так что, ладно, давай тогда уже, когда свободное время есть там. Не парься насчет, блядь, компании, так что все заебись, остается все по-старому, блядь. Можешь заходи, не можешь не заходи, как бы, блядь, это ваш выбор, как бы. Да нет, блядь, главное такое, там, дождик, чтобы ебал такой хороший. Я на три. Или, блядь, зима уже, когда придет. Тогда уже такой. Ну да, как бы, ну, это... У каждого такая хуйня, зима, все, блядь, в игрушках, нахуй. Да, а весной, блядь, все, сезон «Добрый день» по новой начинается. Ну да, бля, в принципе. Все, ладно. Да, ну ладно. Все, давай, давай до следующего раза там. Если что-то, пиши, блядь, заходи на лобби, я все равно, как бы, если я стримлю, то всегда я на лобби, как бы, сижу. И, как бы, так. Я тебя понял, пытай, нема. Все, давай. Давай, Каспер.
Спасибо тебе, Тварь. Держитесь левее.
Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Поверните налево. Поверните налево.
Держитесь.